А иначе когда-то спросил вас совета жениться, жениться, пытались себе жениться, жениться, почему вообще рад и все хорошо. А вопрос, ну, вы сейчас как раз планировали, как бы, но сейчас вот какой-то неблагоприятный период, неблагоприятный. А сколько жене лет? 28. Ну, лет 40 будет благоприятный период тоже. Ну, мы не так долго вместе поселились. Потому что ей 29, это не 29. 29 ей исполнится вместе. 29 лет, она не со мной, 29 лет ей. Ну да, сейчас у нее не очень благоприятный период. Ну, через полгода будет хороший период. То есть я имею в виду, что с этим вирусом, с эпидемиями разными. Ну и что? Иммунитет там. Ну и что, вирус, и били детей, и все. Ну, у нее полгода, вот правда, сейчас не очень хороший, а потом хороший уже. У вас никогда не будет благоприятный период, потому что боитесь. Чего боюсь? Вот, ничего не надо бояться, все. Зачал ребенка и все. И стрелялся и отдыхаешь. Ну вы спросите, девушка. Да?